Твери во дворах восстанавливают повреждения дорожного полотна асфальтовой крошкой. На этой неделе работы проходят в Заволжском районе. Дорога во дворе номер 15 корпусов Г и В по улице Артюхиной пришла в негодность и, по словам жильцов, давно требовала ремонта. В качестве временной меры сюда привезли асфальтовую крошку, чтобы заделывать дефекты дорожного покрытия. Сегодня управляющая компания нашла возможности, вот пригнала технику, вы видите, администрация нашла крошку и хотя бы временно как-то засыпать вот эти большие глубокие ямы. Очень хорошо делают, прям все ровненько, думаем, будет все хорошо. Еще одним объектом ремонта стал двор возле дома номер 33 по бульвару Шмидта. Дорогу рядом с контейнерной площадкой разбили мусоровозы. После дождей здесь всегда стояли лужи и грязь. Неудобно людям. Я сюда много раз выезжал, даже в конце прошлого года и в этом. Видно, что люди, выходя из подъезда, по сути дела, оказывались в луже. Поэтому, конечно, очень важно было отремонтировать. Это отрадно, что администрация города пошла навстречу, выделили крошку, асфальтобетонный гранулят так называемый, да, и управляющая компания тоже выделила технику. И вот сейчас мы видим, идут работы. Работы по отсыпке придомовых территорий асфальтобетонным гранулятом в Заволжском районе продолжается до конца строительного сезона.